Тюмени приступили к строительству школы в Ямальском 1. Рассчитана она будет на 1200 учебных мест. Подрядчик готовит площадку для будущего здания. Уже забили 240 свай в основании третьего корпуса. По проекту в нем оборудуют кабинеты начальных классов. Этот проект типовой. Он предполагает возведение трех корпусов – административного и двух учебных. Подобные школы возвели в Новопатрушево, Ямальском 2 и других микрорайонах города. Завершить строительство планируют летом 2026 года. Начало работ удалось ускорить благодаря контракту под ключ. Суть его в том, что проектированием и возведением объекта занимается одна и та же организация.